В Ленске коммунальные отходы из мусоросборников стали вывозить чаще. С начала года приступил к обязанностям новый региональный оператор. В арсенале 4 единицы техники. Мусор вывозят ежедневно. Каждый экипаж спецмашины обслуживает определенный участок города. Плюс мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет отследить объем вывезенного ТКО. Первый месяц работы новому рекоператору пришлось вывозить двойной объем. Соглашение декабря 2021 года, которое было заключено между МПЖХ и нашим предприятием, было прописано два момента. Это первый момент о том, что они к 31 декабря зачищают полностью весь город. И второй момент – это то, что они контейнера эти не забирают. С 1 января, когда мы приступили к работе, большой объем мусора был оставлен на площадках в городе Ленске. И нам пришлось этот мусор весь вывозить. То есть получается, мало того, что мы осуществляли свою текущую деятельность, плюс ко всему мы производили зачистку. Вторую часть соглашения предыдущий рекоператор выполнил. Мусоросборники, которые привезли из Мирного два года назад, останутся в Ленске. Заметили ли ленчане перемены и как сегодня оценивают качество услуги, мы узнали на улицах города. Я бы не сказала, что такая вот есть стабильность. Но, во всяком разе, я думаю, что компания работает не совсем активно, но все равно проявляет какую-то активность. По сравнению с то, что было, и то, что бывает, и то, что уже доводилось мне видеть. Да, сейчас чуть получше бы. Вроде у нас возле нашего дома вовремя все, полных баков таких и по бокам нету. Да, я заметила, что в этом году стало лучше убираться территория. Например, возле нашего дома постоянно убирается.